Андрей, ну конечно же, с победой. Самый страшный момент, наверное, сегодня были, когда 2 раза 3 на 5 играли, да? Ну да, ну от этого никуда не деться, мы играли дома. Ой, не дома, на выезде, то есть мы это ожидаемо было, что нас судьи будут убивать. Как бы мы выстояли, мы молодцы, мы выиграли, мы лучше. А сильно душили судьи? Ну да, были моменты, которые не пропускали, допустим, у нас, ну это игра, счет на табло. А в чем сегодня удалось превзойти канадцев? Я думаю, ребята сыграли здорово, самоотдача была полная, так что с дороги прилетели, играли сразу, то есть молодцы ребята. Да, завтра будет труднее играть, а вообще же меньше, чем через сутки играть вообще? Ну, это хоккей, это наша жизнь такая, с дороги на игру, то есть мы не выбираем, нам назначают, мы играем. Удивился ты в атмосфере сегодня на трибуне? Вообще же тишина была полнейшая. Мне, вот честно, мне болельщики в Ярославле обалденно больше понравились, потому что они и поддерживают, и как бы мы бежим, и болельщики нас гонят. Тут тишина. Ну, то есть в этом мы выиграли в Ярославле? Ну, как бы да, для болельщиков, как бы для Ярославля тоже мы это сделали. Сегодня складывалось впечатление, что канадцы наигрывали одну и ту же комбинацию раз за разом. Они вот залезали в угол, и потом сразу пас на пятак. Ну, потому что площадка меньше, и, соответственно, они двигаются быстрее наши, ну, как бы движение. Поэтому они крутят, как бы. Поэтому они наигрывают это. Потому что в площадке в углах меньше места, и они на этом, за счет этого они и влезают. Вообще сложилось впечатление, что вроде как летели вы вместе, ну почти там разница в день была, и канадцы сегодня все-таки весь матч были, смотрелись посвежее, чем наши. Ну все равно, как бы они полетели за день, правильно, а вчера у нас на 3 часа самолет задержали, когда мы были в Торонто до Галифакса. Ну ничего страшного, мы полетели во сколько, в 12 часов, где-то в час только покушали, пока помылись, пока легли спать. В 10 утра уже проснулись, позавтракали, на раскатку поехали. Вечером игра. Ну, завтра есть уникальная возможность закрыть серию победы, выиграть вообще всю серию. Что нужно сделать, чтобы это произошло? Я думаю, надо выходить, просто это последний матч серии, надо биться до последнего, даже если надо, в кровь, потому что надо выиграть эту серию, кровь у нас. Большое спасибо.